Приветствую всех! В школе Джобса меня зовут Достон, и в сегодняшнем видео мы с вами разберем фильм «Леон» или «The Professional». Но перед просмотром я бы хотел вам рассказать о сайте puzzlemovies.com, где вы можете смотреть фильмы, сериалы, телешоу на английском с двойными субтитрами, то есть на английском и на русском перевод, и также есть там встроенный словарь, где вы можете добавлять слова в свой личный словарь и заучивать каждый день за неделю или практиковать часто. И, конечно же, я оставлю ссылочку в описании к этому видео, обязательно переходите и зацените. Rifle. Ружье, винтовка. To dress down. Одеваться попроще. Whoever. Кто бы ни. Любой. To get lost. Заблудиться, исчезнуть. To keep calm. Успокоиться, расслабиться. Hold it. Замри, подожди, не шевелись. Rifle is the first weapon you learn how to use, because it lets you keep your distance from the client. The closer you get to being a pro, the closer you can get to the client. The knife, for example, is the last thing you learn. Okay? Okay. Position. The rifle is the first weapon you learn how to use. Винтовка – это первое оружие, которым ты научишься пользоваться. Because it lets you keep your distance from the client. Потому что это позволяет тебе сохранить дистанцию до клиента. The closer you get to being a pro, the closer you can get to the client. Чем ближе ты к тому, чтобы стать профессионалом, тем ближе ты к клиенту. The knife, for example, is the last thing you learn. Нож, к примеру, это последнее, чему ты научишься. Окей? Понятно? Окей. Да. Position. На позицию. Rifle – это винтовка. Фраза «to get to» в предложении «the closer you get to being a pro, the closer you can get to the client» означает «добираться», а в эпизоде используется в значении «подойти», «приблизиться». Never take it off until the last minute. It reflects light. It can see you coming from a mile away. And always dress down. Never brighter than the floor. Okay? Okay. No, нет. Never take it off until the last minute. Никогда не снимай это до последней минуты. It reflects light. Это отражает свет. They can see you coming from a mile away. Они могут увидеть твое появление за милю отсюда. And always, dress down. И всегда одевайся попроще. Never brighter than the floor, okay? Никогда ярче, чем земля, понятно? Окей, да. Основное значение фразы take off – это убирать, снимать. Именно это и хочет сказать он. Never take it off until the last minute. Никогда не снимай это до последней минуты. Дальше он говорит ей. And always dress down. И всегда одевайся попроще. Dress down означает не обращать внимания на одежду или одеваться просто, неброско. И уточняет. Never brighter than the floor, okay? Никогда ярче, чем земля, понятно? Floor – это настил, пол. В эпизоде используется как почва, земля. Let's practice now. It's the best way to learn. Who should I hit? Whoever. I'll be with you in a second, alright? Give me a few minutes, thank you. Thanks a lot. You guys in the suits get lost. I want to see you, alright? Let's practice now. Давай потренируемся теперь. It's the best way to learn. Это лучший способ научиться. Who should I hit? Кого я должен застрелить? Whoever. Кого угодно. I'll be with you in a second. Я вернусь к вам через секунду. Give me a few minutes. Дайте мне несколько минут. Thanks a lot. Большое спасибо. You guys get lost. Вы, парни, исчезнете. I don't want to see you. Я не хочу вас видеть. Местоимение whoever означает кто бы ни, любой. Когда она спрашивает у него, в кого нужно стрелять, он отвечает ей whoever. Кого угодно убивай. И в конце диалога встречается фраза get lost, которая является довольно грубой. Переводится get lost как убирайся, потеряйся или просто исчезни. This has to look natural. No women, no kids, right? Right. Is everyone in position? Все на позиции? This has to look natural. Все должно выглядеть естественно. No women, no kids? Ни в женщин, ни в детей? Right? Верно? Right. Верно.
To has – форма третьего лица единственного числа от модального глагола to have to, который по значению равен модальному глаголу must – должен. This has to look natural. Все должно выглядеть естественно. Chugger in the yellow and orange? Okay. Keep calm. Don't take your eyes off him. Breathe easy. Watch his movement. Jogger in the yellow and orange. Бегун в желто-оранжевом. Jogger – это бегун, занимающийся оздоровительным бегом трусцой. Окей, хорошо. Keep calm. Будь спокойней. Don't take your eyes off him. Не отводи от него глаз. Breathe easily. Дыши спокойно. Watch his movement. Следи за его движениями. Думаю, вы слышали или видели фразу «keep calm and carry on», которая переводится как «сохраняйте спокойствие и продолжайте в том же духе». «Keep calm» – «будь спокойней». И добавляет «don't take your eyes off him» – «не отводи от него глаз». Опять же фраза «take off» – «убирать, снимать». Но в этом случае он просит ее не отводить глаз, не убирать глаз. Pretend you're running with him. Try to feel his next movement. Take a deep breath. Hold it. Now. Pretend you're running with him. Представь, что ты бежишь с ним. Try to feel his next movement. Попробуй почувствовать его следующее движение. Take a deep breath. Сделай глубокий вдох. Hold it. Замри. Now. Сейчас. Тут куча новых слов. Первое в самом начале. Pretend. Переводится как притворяться, прикинуться, симулировать. Но в эпизоде используется в значении представить. Pretend you're running with him. Представь, что ты бежишь с ним. Дальше он говорит take a deep breath. Фраза, которая означает глубоко вздохнуть. И выражение hold it. Замри. Подожди. Не шевелись. А на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, обязательно делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на канал. А если вы уже подписаны, нажмите на колокольчик. Он поможет вам показывать новые видео ежедневно. И, конечно же, мы увидимся с вами завтра. See you tomorrow. Bye-bye.